Всем привет! Сегодня у меня следующее видео, коротенькое будет, об изготовлении печки на стационарный мангал для казана. То есть с казаном в комплекте шло кольцо. В это кольцо можно установить казан, но неудобство состоит в том, что дым и огонь вокруг казана лезет в глаза постоянно, руки огонь обжигает, и это неудобно и некомфортно становится готовить. Вот, я решил на стационарный мангал установить такую квадратную печку с трубой, чтобы дым, огонь, ну, не мешало мне готовить. Давайте посмотрим дальше. Из стальной полосы 100 на 4 миллиметра я изготовил вот такой вот комплект. Казан у меня 8-литровый. Вот в это отверстие он будет погружаться практически полностью. Останется буквально там 3 сантиметра сверху торчать. Ну, чтоб огонь мог его всю поверхность касаться. Вот. Соответственно, труба вот такая. Пойду варить и дальше покажу, что получится. Ну что ж, друзья, вот такое устройство получилось. Я его протестировал. В работе себя показала она отлично. То есть напомню, что я это все сварил, покрасил термостойкой краской. Уже успела жирком забрызгаться. Боевое крещение прошло. Из явных плюсов, по сравнению просто вот с кольцом вот здесь над костром, нужно значительно меньше дров. И стенки казана прогреваются значительно лучше. Это видно по кипению масла. То есть нужно меньше дров и эффективнее все происходит. Это прям явный плюс. Ну, из менее явных плюсов, что дыма стало меньше на 90%. Ну, огонь, соответственно, вот здесь вот в этих местах исчез совсем. То есть я вот подкинул полешек, как обычно, его даже лишнее осталось пока что. Там все кипит. Труба 60 на 60. Вот такое устройство. То есть я доволен. Из этого всего я могу сделать вывод, что без вот такой приблуды или без специальной печки готовить на казане, ну, крайне неудобно, непрактично. Всем рекомендую. Все, ставим палец вверх. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока!